А вот эту машину на воздушной подушке мы не так давно показывали в нашем киножурнале. Но то были киносъемки испытаний опытного образца на полигоне неподалеку от Тюмени. Сейчас вездеход начинает работать на севере нефтяного края. Там давно ждут такую машину, которой не страшны ни непролазные болота, ни речки и озера. Она чрезвычайно маневренна, легко проходит практически через любое препятствие. При всем том, амфибия создана на базе серийного автомобиля, что делает ее достаточно дешевой в производстве.